где заработать всего за 30 секунд. Конечно, на Биномо. Зарегистрируйтесь и сразу получите 50 тысяч рублей на демо-счет. Только на Биномо вы можете зарабатывать даже без вложений. Почти моментальный вывод средств. Бездепозитные бонусы и подарки, еженедельные турниры и денежные призы. Убедитесь сами прямо сейчас. Привет, привет. Привет, пацаны. Тебе рассказать. Все круто. Лера. Прямо сейчас смотреть. Передача «Интриги и расследования» началась. Да не, Коби, я просто так зашел, на самом деле, даже не знаю, что говорить. Неху говорить. Вот жду, может, мне кто-нибудь что-нибудь интересное расскажет. Тридцатого трек новый выходит 30 ноября. Он будет на всех звуковых платформах. Он будет довольно-таки, я не знаю, как описать. Он прокачает вас. Те, кто умеет это делать, умеет слушать, тех он прокачает. Как ты, Русик, как твоя нога? Как ты вообще?
Я тебе там передал денег, я не помню, сколько там вышло. Но, блядь, мы заплатили и налоги по ИП, и я тебе еще, я там без капусты остался. Ну, ничего страшного. Зато из другого места можно взять всегда. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Agradecido, agradecido. Семья в порядке. Маму давно очень не видел. Она куда-то уехала, не знаю. Так иногда общаюсь с ней в WhatsApp. Редко. Да ты, главное, ногу свою вылечи, Рус. А потом уже все будет. Все будет, брат. Главное, на ноги встать, ты же знаешь. Я заметил, что пишете, вам одни сплетни, да, интересно? Вот я каждый раз захожу в прямой эфир, бля, и просто одни вопросы, которые вы хотите вытянуть из меня, это какие-то одни сплетни. Зачем вы хотите этого? Вам что, скучно жить? Не будет сплетен никаких. Больше не будет. Я ношу дреды с 2012 года. Трек 30-го, я уже всем сказал. Ты пропустил, парень. Да, ну, типа, очень много всего интересного. А помимо же сплетен. Магнитогорск. Магнитогорск — такой город. Там пацаны, блядь, выживают. Да вообще на окраинах России люди выживают, стараются выжить. Это не так-то просто. Пам-пам. Бит на фишскейл делал час гуапа. У такой же бит есть у Джей Крича. Кстати, Джей Крич в Барселоне. Меня приглашают на его концерт, но я думаю, что я не пойду. Привет, Карина. У меня все хорошо. Голова немного болит, а так все супер. Все хорошо. Ты как? Как у тебя жизнь? Как школа? EP я готовлю, Cloud EP, не знаю, когда я его выпущу, но может после Нового года, может то, не знаю, не планирую никаких сроков.
Еще пару фонг-треков планирую выпустить. Так, потихоньку. Буду работать. Куча крутой музыки просто есть, которую никто не делает. Не знаю почему. Как у тебя со спортом? Слушай, хожу в зал. Не так часто, как хотелось бы, но я хожу в зал. Ребят, у Big Baby Tape хороший альбом. Отстаньте. Вы это хотели услышать, что у него хороший альбом? Там очень много всего взято с запада, но я думаю, так и надо делать. Просто кто-то это делает более открыто, кто-то это делает более по-своему закрыто. И у Big Baby Tape альбом вышел везде, кроме Штатов. Я думаю, вы знаете, почему. Не так часто, как я. Ха-ха-ха. Я уже пропустил, Карина что-то там написала. Я надеюсь, что у тебя все супер. Так. Олег, я расстался с девушкой, что делать? Чего жить дальше, братан? Жить дальше, заниматься своей жизнью как-то. Ну, супер, Карин, супер. Это хорошо. Это хорошо. Ладно, ребятки, я обнимаю вас. Спокойной вам ночи желаю. Берегите себя, не попадайте в плохие ситуации. Думайте головой, прежде чем что-то сделать или кому-то что-то сказать. Обнял.